Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем мы еще не знакомы, меня зовут Алексей. И сегодня у нас с вами будет обзор и распаковочка моего заказа по майскому каталогу. Это у меня последний заказ, но прежде чем мы начнем, я хочу сказать информацию для представителей. У нас сейчас на коробочках появился вот такой QR-код, это чтобы скачать мобильное приложение A11. Кто еще не скачал, скачивайте, устанавливайте. Как компания говорит, возможно, в какое-то ближайшее время заказы будут только через мобильное приложение. Поэтому будем надеяться, что это не так. Потому что многим удобнее все равно делать с компьютера. Так, что у нас в этом заказе пришло? Что у нас пришло? Пришел у нас новый каталог. Ну, новый каталог вы уже все видели, он уже на моем канале. Обзор уже снятый, поэтому нас уже новым каталогом не удивишь. Вот, у меня на заказе в этот раз шариковые дезодоранты. Я заказал их про запас, потому что они были в мае по акции 589 тенге. Сейчас они 730 тенге, поэтому я заказал их побольше. Сейчас лето, шариковые дезодоранты, вы знаете, они сейчас в цене, в ходу. Люди их спросят, поэтому заказывайте шариковые дезодоранты. Вот сейчас по действующему каталогу, еще раз говорю, в июне шариковые дезодоранты стали 750 тенге. Но не все. Есть на какой-то страничке у нас шариковые дезодоранты, которые не парфюмированные. Они идут по 650 тенге, поэтому это парфюмированные, они подороже. Но опять же хочу сказать, что 730 тенге это не такая уж и космическая цена в наше время. Я на днях заходил тоже в магазин, шариковые дезодоранты стоят в магазине, по-моему, от 900 тенге, вот типа Dove, всякие вот такие вот, поэтому Old Spice, наверное, вот, они не дешевые шариковые дезодоранты, поэтому в Oriflame дорогие. Вот Faberlic, я не помню, кстати, сколько, надо посмотреть каталог. Так, следующее, что у нас еще на заказе? Еще у меня на заказе тональные крема. Это у нас линеечка «Спокойное сияние». Это у меня на заказе, да, оттеночек «Слоновая кость». Ну, кстати, на тональные крема у меня есть на канале, свочи, поэтому можете поискать, посмотреть. Вот, и я думаю, что, наверное, уже скоро надо тоже обновить, сделать новенький, свеженький обзор. Так, это тоже «Слоновая кость». Это у нас что? А, друзья, наконец-то пришла пудра, я уже переживал. Вы знаете, в начале месяца мая я заказывал вот эту пудру, она почему-то горела серым цветом. Я перепугался, я думал, что этой пудры уже больше в продаже не будет. Ой, что-то еле открыл. Вот, но на самом деле она вот появилась в продаже. Стоит она, по-моему, сейчас 2500 тенге. Ой, куда я потерял? Ладно, сейчас досниму обзор, поищу защитную пленочку. Вот, пудра хорошая, не первый год ей торгуем. И знаете, вот оттеночек Lynch Medium, в общем, ее клиенты хвалят. Пудра классная, но, к сожалению, вот она теперь стала подороже. 2500 тенге. Смотрите, смотрите, попой кверху. Попой кверху тональный крем от коробочка открылась при транспортировочке. Вот. Ой, еще один слоновый кость. Еще один слоновый кость. Друзья, пакеты. Что хочу сказать вам про пакеты. Я очень долгое время использовал в основном обычные, в магазине покупал обычные пакеты вот такого вот формата. Они стоили 11 тенге. Были изначально что-то 9 тенге были, потом 11, 12. И сейчас такие пакетики стали очень дорогими. Они, по-моему, 17 или 16 тенге. Но наши эйвенские вот такие стоят 20 тенге. Поэтому, ну, где-то 20, около 20 тенге. Поэтому, знаете, я принял решение и полностью перешел теперь на наши эйвенские пакеты. Но раз разница небольшая, я решил заказывать теперь в Эйвоне пакеты. 20 тенге, конечно, цена аховая. Но все заказы, конечно, я в пакеты в такие не ложу теперь.
Все зависит от того, насколько клиент сделал заказ, да. Если заказ вот просто шариковый дезодорант, то, конечно, я в такой пакетик его не положу. Я уж лучше пробный образец подарю клиенту. Вот, поэтому, друзья, вот такие пакеты рекомендую. Заказывайте, они есть на сайте. В трех размерах они представлены. Этот маленький. И хочу сказать, что они идут по 10 штук. 10 штук 200 тенге. Поэтому один никак не удастся у вас заказать. А средние размеры, сейчас вам покажу, они у меня прям под рукой. Вот такой вот средний размер пакета, он идет уже по 40 тенге. Вот. Поэтому он у меня есть в наличии, а эти у меня закончились. В этот раз я заказал побольше, потому что, знаете, я всегда заказываю побольше их пакетов. 20 упаковок я заказал. Мне теперь надолго их хватит. Вот, а то, знаете, бывает, когда кидаешься клиенту заказ собирать, а пакета нету. Поэтому я всегда заказываю заранее и побольше. Еще у меня в этом заказе... Здрасте. А, два каталога пришло, да? Два каталога пришло, действующий и новый. Ну, ладно, хорошо. Не помню, чтобы я его заказывал. На автомате, наверное, не удалил. Смотрите, у меня в заказе в прошлом месяце у нас была акция. Можно было купить вот такой аромат всего лишь за 2000 тенге. Крутое предложение, поэтому повезло тем, кто воспользовался этим предложением. Не пропускайте все акции от компании. Я всегда вам рассказываю на своем канале. Не пропускайте все акции, потому что очень круто можно сэкономить. Ну или тем, кто занимается продажами, можно заработать. Потому что такой аромат 2000 тенге, это колоссальная скидка. Сейчас он стоит где-то 6200-7000. Поэтому вот так. Ну, в принципе, друзья, вот все. Что это вот у меня еще? А, это у меня на заказе карандашики для бровей. Первый раз заказали. Новые, обновленные. До этого заказывали, еще были старенькие. Теперь вот они обновленные. Так, фокуса нету. Фокус потерялся. Вот, вот, наконец-то. Прям пишут, что здесь супер тонкий... Вот такой вот. Слушайте, ну фокус теряется. Ладно, надо тоже как-нибудь взяться и отдельно сделать вам обзор на карандашики. Ну что, все. В принципе, здесь у нас... Прошу прощения, меня отвлекли. Ну да, в принципе, все, друзья. Здесь повторяются это тональные крема, шариковые дезодоранты и карандашик для бровей. Друзья, ну в принципе, вот все. Еще раз хочу напомнить, что тем, кто еще не зарегистрирован в компанию Avon, у вас есть уникальная возможность зарегистрироваться. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Вы можете делать заказы для себя со скидкой, для своей семьи. Это то же самое, просто тот же самый магазин, только это интернет-магазин. Вы меняете поход в обычный магазин на интернет-магазин и покупаете со скидкой. Как вы видите, можно прям вот... Есть такие акции для представителей, когда можно прям совсем даром заказать какую-то любимую продукцию. Поэтому, если вам интересно, под этим видео у меня в описании есть ссылочка. Также вы можете со мной связаться в любой доступной социальной сети, где я есть. И ВКонтакте, и в Инстаграме, и в ТикТоке, где угодно можете мне написать. Я с вами свяжусь и помогу вам зарегистрироваться. Обещаю, практически 24 часа на 7 от меня поддержка. Я, наверное, самый лучший наставник в Казахстане, потому что я всегда с телефоном в руках. И мои представители не ждут очень долго ответа. Поэтому вы всегда можете ко мне обратиться, и я всегда вовремя отвечу. И помогу вам разместить заказ. На этом у меня все. До встречи в следующих видео. Ждем уже скоро, на днях придет первый заказ по июньскому каталогу. А с ним я получу как раз-то и фокус июльский, который с удовольствием вам покажу. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.